связи с пандемией коронавирусной инфекции и последующим введением в России режима самоизоляции, в апреле деловая активность Life is Good продолжилась в удаленном формате. Являясь гибким, стрессоустойчивым бизнесом на пике современных трендов и цифровых технологий, в холдинге в кратчайшие сроки были внедрены самые актуальные инструменты для дальнейшей эффективной деятельности в условиях новой реальности. В частности, запущено ежедневное корпоративное онлайн-вещание «Life is Good Life». Новый канал стал центром коммуникации для десятков тысяч сотрудников, объединил и сплотил большую семью «Life is Good» независимо от местонахождения. Мы внедрили новый инструмент. И это потрясающий инструмент, онлайн-канал, который почти каждый день вещает нам и дает возможность общаться с нашими лидерами, получать школу от наших лучших директоров, лучших сотрудников. Канал «Life is Good Life», он дает нам возможность расширить свои рамки информационного вещания, получать мастер-классы для всех и от самых лучших. Это объединяет коллектив. Первый выход в прямой эфир состоялся 5 апреля. Вещание началось с показа обращения президента холдинга. Роман Василенко рассказал о текущей работе компании в сложившейся ситуации, задал новый вектор для дальнейшей работы холдинга. В этот день президент Life is Good отмечал свой день рождения. В адрес Романа Василенко в прямом эфире по телемосту звучали поздравительные слова топ-лидеров компании. Состоялась премьера нового мотивационного видео цитаты Романа Василенко. Работа над роликом велась более 2 лет, а съемки проходили в разных странах мира. Также был подготовлен показ лучших выступлений президента холдинга на самых престижных российских и международных деловых мероприятиях. Для вещания «Life is Good Life» были разработаны специальные форматы коммуникации с целевой аудиторией. В эфире канала запущены информационные, образовательные, мотивационные видеопродукты. Главная цель нового медийного инструмента – оказывать сотрудникам всестороннюю профессиональную помощь в ведении бизнеса в условиях удаленной работы. Это действительно очень крутой инструмент, который поддерживает нас каждый день. Это и мотивация, это и знание, это и обучение. Это все, что необходимо для каждого сотрудника. Осваивайте. Осваивайте технологии, осваивайте новые принципы. Да, сегодня все инструменты есть. В эфире канала стали традиционными панельные дискуссии, мастер-классы, детально разбирающие ключевые аспекты деятельности «Life is Good». Запущена актуальная рубрика «Ответы на вопросы». В прямой эфир «Life is Good Life» приглашаются топ-лидеры холдинга, спикеры, чьи деловые показатели являются примером для тысяч сотрудников. На канале они делятся с коллегами конкретными инструментами и лайфхаками для достижения вершин карьерного роста. На личном примере рассказывают о том, каким образом используют онлайн-инструменты, продолжая тем самым успешное развитие бизнеса в новых условиях. Люди просто в каком-то супер таком быстром ритме начинают перестраиваться, работать онлайн, и это здорово, это классно. Это первый показатель того, что мы очень гибкие, мы быстро перестраиваемся, и в этом плане, конечно, это здорово. И самое главное, компания нас слышит. Мы, наверное, как никто быстро перестроились, стали на рельсы именно онлайн-вещания. На Life is Good Life состоялись премьерные показы целого ряда долгожданных медийных продуктов. В их числе видеоверсии выступления директоров холдинга на конгрессе 2020, а также обучающие мультипликационные фильмы по вопросам деятельности ЖК «Бествей». Также в эфире канала была запущена рубрика «Жилищные истории по скриптум». Пайщики кооператива, счастливые новоселы, которые ранее становились героями новостных репортажей, делились на Life is Good Life новыми впечатлениями от проживания в квартирах своей мечты. 20 апреля исполнилось ровно 5 лет с момента выхода первого выпуска новостей «Life is Good News». Президент холдинга Роман Василенко поздравил творческую группу с этой знаменательной датой. Деятельность компании в удаленном формате получила поддержку со стороны международных партнеров холдинга. Известный австралийский писатель и бизнес-тренер Алан Пис записал в адрес сотрудников Life is Good мотивационное видеообращение.
Официальный партнер Life is Good, тренер международной бизнес-академии IBA Андреас Винс подготовил специальный образовательный курс «Антикризисная бизнес-программа фундаментального успеха». Кроме того, 16 мая в 13 часов по Москве состоится онлайн-обучение «Давай поговорим на чистоту». Life is Good – это абсолютно стрессоустойчивый холдинг. Все советники, директора, сам Роман Викторович Василенко, президент компании, сделали такой мощный мозговой штурм, организовали систему, быстро перестроили презентации, то есть пошла работа в системе онлайн, стали проходить обучение, всевозможные мотивационные тренинги. Я как бизнес-тренер подключился по полной программе. Второй месяц с момента перехода холдинга на удаленную работу компания демонстрирует устойчивую динамику развития. Такие показатели стали возможны благодаря кардинальной перестройке бизнес-процессов, внедрению и широкому практическому применению современных интернет-технологий. Несмотря на режим самоизоляции, уже в первую неделю наша компания запустила работу в онлайн. Мы 2 мая провели первый наш онлайн-семинар, который собрал 1300 человек, и это был абсолютный рекорд. И результатом этого явился наш товарооборот уже в начале мая. По нашим показателям мы на 70% превзошли показатели прошлого года, и это есть успех. Бизнес Life is Good в очередной раз доказал свою надежность. Компания готова принимать вызовы времени, твердо держать удар и выходить победителем из любых стрессовых ситуаций. Я еще раз благодарю всех сотрудников, я еще раз благодарю команду директоров, общественный совет, который продолжает свою работу, конечно, моих советников, которые помогают генерировать новые инструменты, новые возможности. Опять же, обращаюсь ко всем нашим клиентам, обращаюсь ко всем нашим сотрудникам и директорам. Я благодарю вас за командную работу, благодарю вас за ваши результаты, за вашу лояльность и преданность компании. Я хочу еще раз выразить слова благодарности команде Life is Good Life, команде, которая работает и каждый день готовит новые эфиры, делает сетку программ. Вы прекрасные специалисты, вы профессионалы своего дела, и вы действительно делаете то, что никто никогда не делал. Спасибо вам за ваш профессионализм, за качество вашей работы. В завершение хочу сказать, что в нашем холдинге по-прежнему продолжается стабильный подъем. Пандемия закончится, после этого я ожидаю серьезный взлет. Каждому из вас я желаю здоровья. Каждому из вас я желаю не опускать руки, а продолжать двигаться, продолжать контакты со своими клиентами, обязательно общаться со своими консультантами, со своими директорами, повышать свое самообразование, постоянно встречаться вместе с нами в прямом эфире. Также я желаю скорой встречи офлайн на наших семинарах, на нашем конгрессе, на наших мероприятиях и в наших путешествиях. Я вас очень люблю. Берегите себя. На этом у нас вся информация. Служба Life is Good News представила вашему вниманию 65-й выпуск новостей компании. Жизнь прекрасна. Будьте с нами.